Блять, у меня зрение расфокусировалось. Минус два перка, короче. Сука. Да, блять, она заебала, блять, тысячу трапов ёбнул. На одном и том же уже болеть. Моря и океаны, тысяча трапов. Подбочу, почему? Сука. А мы по кругу чинить не будем, да? О, постов. Она все еще со мной. Тихонечко тяну время. Отлично, минус 4 тотема. Гоп, стоп. Здорово. Она заебала, блядь, тысячу трапов уже ёбнула, отвечаю. Ой. Ой. Лол. Ой, слаб. Я палю, А, сёрцил, еще один тотем есть, ищите. Последний тотем остался так-то. Зачем просрать все свои тотемы на руин, если можно просрать тотемы на наид? Ой, ебать нахуй, я в шоке. Ебало немного. Я, другую, я просто в другую сторону смотрел. Слав, ха-ха. И так медленно подходит. Ха-ха. Так медленно подходит туз, Ваня. Туз так давай медленно подходит. Ваня работает. О, смотри, там тем горит. Куда сломали? Все ломается. Сейчас зуну скоро. Как ломается? Сейчас, возможно, огребу наконец. Ваня играет в трактор. О, ой, бай. Ваня играет в трактор. Сука, выглядит потрясающе. Лол. Блин, Вань, покажи шоу. Вань, мансуешь, блять, как уже показываю. Ваня показывает свой стендап. Она уже все палетки растрапила. Нет, здесь есть еще палета неиспользованная. Растрапила. Растрапила. Не то, что сломала, а именно растрапила. Блять, может оттрапить? Так, подряд геймер не... Да, давай. Лол, тупая. Геймер подряд не буду. О, минус еще ловушка ее на палец. Это фейс кем будет, ребят? Это будет фейс кем. Ну так, до свидания, мне бы ты... Ну, все палет... До свидания, тоби пизда. Да. Тоби пизда? Как скажешь, если бы так, трапа, не беги, Даир, не беги туда, там трапа. Подожди, так ломайте трапу, она за Ваней бегает, я же бегаю спокойно по трапу. Лол, ебать её, блядь. Трапу... За яйца держу, ребят, блядь. Как ты у неё их нашёл, ебать? Ой, блядь, нихуя. Хочешь к палете вернуться, она растрапленная, ебать? Ой, ошибка. Ладно, ДС есть. У генера. Нажал. Страшно. Спасибо. Трапа в растрапила? Стенах. Да, растрапила нормально. Хорош. Ебаш. Там сука. Разведу. Направо, направо, Ир. Да. Ща, подожди. Проверь. Потихоньку. Что-то как-то слишком фокус. Все, к выходам, к выходам. Я могу. К выходам. Ой, блядь, еще бы увидеть. Ой, на 5 генеров, нахуй. Так на 5 генеров или нахуй? Ой, сейчас блядь, подвал, пизда, пизда, это подвал, и никому заблочить даже. Ничего, мы вместе все туда придем, кое отсосем, будет нормально. 10 трапов на лестнице. Ну, блядь, мы придем... Пиздец, 99, 99! Первая трапа, вторая трапа, третья трапа, знаете, что предлагаю? Четвертая трапа. Ребят, знаете, что я предлагаю сделать, как с трапами? Один кто-то на картонах проползет, короче, спрячется в шкафу, блядь. Она оттуда выйдет, думаю. Не, мне кажется, что кто-то должен растрапить трапы, и Слава должен забежать последним. Только я не знаю, где ворота. Покажите мне пальцем, Ира, покажи мне пальцем, где ворота, в каком направлении. Там, а вот вторые? Да, одни меня. Там, другие там. Смотри, видишь меня? Вот ворота. Понял, да? понял. Там вторые. Она стоит и смотрит. Короче, все на одной стороне, Вань. Блядь. Откуда она знала жизнь, блядь, пиздец. Слав, ты около Вани? Я у палеты, которые... Ныкайся, я сейчас буду рашить. Она сразу повернулась. Настя, давай я тебе... Вторая фаза. Ебабо? Саша, если меня может положить. Блять, она меня убила.
лесу. Плохо. Ну, походу, значит, я сюда. Иди ко мне. Стой. Дохили меня, пожалуйста, спасибо. Слав, захиляйся с ними тогда. Кому так бесполезно будет просто. Двойной хил? Сейчас либо раш, либо я труп. Смотрите. Ну давай, Настя, мы с тобой вперед забегаем, блядь. И, короче, случается пиздец, блядь, какой-нибудь. Ну, кто-то точно сейчас повесится опять, мне кажется. Ну и пойти насрать. Ну, блядь, когда два БТ уже лучше, чем один. Либо раш, либо ничего. Она в подвал спускается. В подвал... Ебать, я в шоке, блядь, нахуй. Откуда? Откуда? Хорош. Я не выйду. Бежали. Хотя... Не, я выйду, ей похуй, потому что. Вань, закрываю. Вон, впереди ворота вижу. На какие вы побежали? Правая, левая? На палетке. Она меня хочет, да. Туннелит. Это такой пиздец. Палета, Вайна, рядом, палета. Прямо. Вот... Я вижу, что палета. Ухожу. Это такой фейл для нее. Она могла меня закемпить, потому что я в подвале осталась. Спасибо. Она добежит до меня. Я не успею до ворот. Кто-то может упасть за пределами. Настя, где вы? Мы на других воротах, Настя. Подставляйся под ванну. Она уже на панике. А трап активируйте, если она их будет ставить. Ей похуй. Падай. Бля, ну мы полечимся как-нибудь. Я специально, чтобы она в ванне не тронула, упала. Она его трогает, только сильнее. О, да Ира, иди сюда. Дохиль меня, плес. Сердечно благодарна, пиздец, прям вообще вахую с тебя. Ловушка подо мной. Опа. Так, у нас двое отхиленных есть. Ваня, ловушка рядом со мной, не беги ко мне в коем случае. Все, Ваня, она тебя потеряла, она потеряла Ваня тебя, она потеряла Ваня. Бегу на другие. Тихо-тихо, бегу на другие. Да я понял, ты три раза сказал, Настя. Мало ли, все, я по минусу еще буду висеть первый раз. Блять, это не подвал уже, ребят. Крюк мы далеко, выбежали, блять, из подвала против хаки. Крюк далеко, крюк далеко. Я вырублюсь, давай заблочимся. Вырублюсь, сейчас вырублюсь. Надеюсь, вы успеете декануть. Настя, в окно с гибкостью или через палет? Бежим. Стараюсь. Через палец. Хорош. Через, да, через палец еще. Сейчас будет лиф, мне кажется. Лагает. Лагает. Настя, лети как ветер, блядь. У меня гибкость на ноль ушла, я падаю. Она... Короче, она вызвала лаг, и я... Слав, ты как? Уползла, Ир, уползла, уходи. Нормально, заебись, просто, блядь. Просто разъебали ее, Ваня. Сам она сильно лагает? Она немного в конце пролагала, немного. Мне гибкость на ноль ушла. Сосать за мансын, опять генераторов и кемп в подвале. Три ее перка, она делала этот ачивку. На лучше уйди ворота, честно. Подожди, я. Тут если она мне даже положит, я упаду в ворота. Тут хочешь не хочешь. Я про то, что она может ливнуть сейчас. Пусть ливнет. Ты еще в люк убеги. Это было так божественно, блядь. Хороший, ребят. Божественно. Прекрасно. А я прям сразу Ваню защищать упала такая. Ебать, ну вы прям, ребята, я без вас бы умер. Я, короче, пиздец. Знаешь, что Ваня это психанула, короче. Она же начала тебя тупо фокусить, да? Я решила, типа, раз она это за тобой коняется, Ваню-то. Потому что чисто психологически ей мозг начал разрывать, типа, вот у нее лежак есть, и ты еще. Я думала, она меня положит в подвале, потому что я осталась сзади всех за шкафом, и она меня видела, но ей было похуй. Сука. Чё, она, походу, не придёт, да? Она думает, может, что ты ищешь... Нет, мне кажется, она сдалась. Нет, по-моему, она просто ждёт. Может, так? Ну ладно. Она моментально ливнула, нет? Нет. Нет. А, ладно, показалось. Все. Ха-ха-ха, понятно. Ты сдох, Лина. Ебан, бро. Кабину разнесли. У парня бомбануло, блядь. Просто выебали, блядь.
Ваня, без нас кто-то будет из подвала.